полный взлетов и падений. Бывали сложные моменты, но мы продолжали двигаться к цели и преодолевать одно препятствие за другим. Год за годом мы становились больше и мощнее. К началу 2000-х мы стали дилерами крупнейших Мы не остановились на достигнутом и стали развивать собственное производство. Первым заводом, который мы построили, стал Уральский завод сварной балки. Успех производства вдохновил нас на новые цели. Позже мы построили Нижнетагильский трубный завод, Ирбитский трубный завод, заводы металлоконструкции в Нижнем Тагиле и Челябинске. А в 2014 году запустили производство Нижнесалдинского металлургического завода. Сегодня «Металлинвест» занимает ведущие позиции на рынке металлопроката и работает с крупнейшими металлургическими предприятиями России и СНГ. Мы являемся поставщиками металлопроката для главната мира по футболу в 2018 году. Каркасы современных небоскребов, трубы для нефтяных скважин, балка для строящегося в Крыму Керченского моста. В нашей компании работает 2000 человек. Мы находимся в разных городах, за сотни тысяч километров друг от друга, но разделяем одни и те же мечты и цели. Успех компании зависит от каждого из нас. Мы постоянно учимся новому, обмениваемся опытом и развиваемся. За каждой победой «Металлинвеста» стоит упорный труд нашей большой команды. Мы пишем историю компании вместе.